Спасибо. Я благодарю вас за то, что вы гений. Зум, моя лучшая подруга. Клянусь вам, моя лучшая подруга. Привет, как дела? Лара, где вы? Так оно и есть. Лара больше не живет в этом доме. Что случилось, детка? Что на этом лице написано? Герман Вильянуэва умер. Но хорошо, заходите. Об этом надо хорошо поговорить наедине. Пойдемте. Вы видели, что она считает себя Брюсом Ли? И это все больше и больше смущает ее. Кроме того, не обращайте внимания, я смотрю на другого мужчину. Как вы думаете, как я должна быть одета? Я надеваю мини, я иду прямо в... Я должна быть свежей к завтрашнему дню, так что, пожалуйста. Завтра что случилось, детка? Извините. Простите меня. Простите меня, я вас не видел. С вами все в порядке? Нет. Как нет? Как вы себя чувствуете? Хорошо. Все в порядке. Доктор. Да, доктор. Ну, извините меня за шок. Чао. Лакомый кусочек. Конфетка. Откуда взялась эта крошка? Здравствуйте. Случилось? Нет, ничего важного. Из-за небольшого неудобства сможете приехать. Ну, спасибо, что предупредили меня. Я собираюсь нанести ответный удар. Нет, но... Пойдем. Работа — это весело, потому что я знакомлюсь с людьми, и некоторые из них очень щедры, потому что дают мне хорошие чаевые. Хотя и не все. Есть один старый швартовщик, владелец мастерской. Вы не знаете, что это такое. Он никогда не давал мне ни копейки, никогда. Он говорит мне, старый швартовщик мой папа, но все в порядке, без проблем. Простите меня, вы не знали, извините. Прекратим эту глупую прогулку. Давайте найдем мотоцикл и повеселимся. Мы ищем палатку, разбиваем лагерь вон там. Имейте в виду, говорите громче. Вы готовите и убираете мусор. Что вы об этом думаете? Чао. Люс, мне пора. Ну, извините, я не могу ждать, но... Ключи – это не что иное, как разговоры о овощной лавке. О том, что я должен был принести, о чаевых и птичках. Нет, ничего. Что? Я люблю эти темы. Что ты на меня взваливаешь? Нет, я тебя не взваливаю. Серьезно. Я люблю говорить о маленьких разноцветных рыбках. Ну, прекрасно. Тогда я дарю тебе это вместе и все такое. Я, очевидно, была не права. Любовь всей моей жизни – это Бенджамин. Ну что же, ребята, я оставлю вас в покое.